Скучала по нам, муха? Захватывающее начало влога. Вернулись мы в Курск. Долго не думая, приступили сразу к влогу деревенскому. И не только. На самом деле мы сейчас чуть-чуть наберем смородины и пойдем проверим, как там наше меловое производство. Я жутко соскучилась за безымянным. И пойду посмотрю, что там у нас на остатке. Игорь собирает смородину. Пол ютуба по ягоды пойдет. Ой, ладно тебе. Калину собираем. Кто за этим пойдет? По грибы, по ягоды. По грибы, по ягоды, да. Муха. Скучала по нам, муха? Ты себя хорошо вела? Муха, сидеть. Скажи, ты мне не хозяйка, нехер командовать. Ури, прячешься от дождя? Ури, 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 ури. Пришел с охоты, Игорь? Угу. Не моешь? Зачем мыть тут все чисто? Кому-то пора делать маникюр. Отросло все. Пиленый сырой есть, он лежит у нас в специальных таких пластах, накрытый пленкой, потому что сейчас идет дождь, чтобы его не намочило. Он сохнет у нас, естественно, в среде, только на солнышке. Пойдем посмотрим, есть ли для меня кусковой сухой. Так, сухого, наверное, не найти, хотя вот вроде бы по цвету есть. Это у нас тут, ой, тяжелые кусочки очистки, отколки, такой, не ликвид. Поэтому я попытаюсь найти себе здесь что-нибудь вкусненькое. Сейчас отберу себе на тарелочку и пойдем с вами в лес хрустанем. Это у нас здесь глыбки хорошие, которые еще не прошли чистку. Мы их почистим. И одна партия уйдет в продажу в кусковом виде, а другую распилим. Здесь совсем скромные остатки теткина. В этот карьер из-за войны добраться сейчас не имеет. Не представляется такая возможность. Нечищенный тоже. Храню как зеницу ока, потому что последняя партия. И пока мы туда не сможем добраться. А ты зачем сюда залезла? Ты зачем сюда залезла? Это мой мелок. Пойдем. Какой одинокий красавец здесь настоит подсолнух. Это просто цветы, глядя на которые невозможно не улыбнуться, правда? Какие длинные получились. Так, ну что, проверим после отпуска. Раньше я сюда смело проходила, а сейчас вот, тоже вроде ничего. Открываю свой ларчик. Это у меня остаточки песчанки. Я решила, что, ребята, время пришло. Клиентам уже тут не положишь грамм 300, наверное. Меньше, наверное, даже. А вот мне полакомиться самое то. Что? Я опять в привычных нам пенатах. Немного забегая вперед, скажу, что... Давай, давай, возвращайся к мысли, что хотел сказать. Значит, немного забегая вперед.
На днях решится история с этой квартирой. Здесь у нас очень много процессов были начаты, но мы были вынуждены оставить их на стоп, потому что есть определенные вводные. Так вот, на этой неделе мы решим, красится эта стена, не красится, что будет с этой квартирой, продается она, остается. Все расскажу вам поэтапно. Как бы я сейчас с удовольствием его пригласила. Кто бы знал. У меня такой бешеный аппетит, но так как я-то не безымянный, и я уже в Крыму себе нажила проблем с глотанием других сортов. Я не рискую, но так хочется прям сейчас. Слюны полон рот. Но ждем безымянно. Больше не глотаю чужие сорта. Другие, хоть они мне нравятся. Я, кстати, поэтому выбрала сегодня песчанку. Хоть немного себя побаловать. Потому что она мне напоминает безымянно. Она такая же нежненькая. В меловой вот этой пыли эти кусочки. Вот когда я так скучаю по мелу, я понимаю, что, наверное, прекратить мелоедом я никогда не смогу. Завтра уезжаем в Москву. Сейчас сяду снимать заказы клиентам в Москву, которые собираю. Выложу завтра их в влог. Приеду в Москву. Сниму вам все, что хотите. Что хотите, пишите, все это снимем. Кстати, про брусок я не забыла, он у меня сохнет. Про разницу пеленой и прессованного. Просто пока он не высохнет, разницы, очевидно, так не будет. Я уже хотела сегодня начать снимать, но он еще не высох. Поэтому ждем. Как раз приедем домой. Он 100% высохнет. И я... Кольцо активности закрылось. Эгегей! Навстречу к стройности и красоте. А стройности и красоте. Тренировочки, вакуум. Снимаем? Или ну его нафиг, все это. Хватит влогов с Ялты. И остановимся на этом. О боже. Как ты создал эту... потрясающую вкуснятину. Не могу скрыть эмоции, как это вкусно.
А еще я сейчас, сегодня, не сейчас, после выпуска, должна выбрать победителя. Помните, вы угадывали глины? В составе этих цветочков. Выберу. И в следующем выпуске выложу. Песчанку на вкус написала, ребята. Я все-таки поняла, что я по сухим сортам. Мне нравится набивать ими рот, чтобы они не залипали. Свои пыли прям набивали мне рот до отвала. Как мои вкусовые рецепторы считывали вот эту пыль прям с каждой крупинки. Я обожаю сухие сорта. Мама. Песчанка, что же она для меня на вкус из себя представляет? Хрустящая. Даже маленькая, каждая крупинка. Ну не это, это не хрустело. Как правило, даже самый маленький камушек, он хрустящий. Сухая структура. Тает в конце в нежную-нежную тоже сметанку. Почему мне сложно отказаться глотать некоторые сорта? Они так обволакивают мой язык, всю полость рта, что они уже как будто одной ногой в гортани, дальше в пищеводе. Не знаю, как вот я сплёвываю, да, за кадром. Но с болью, потому что понимаю, что будет потом болеть у меня желудок от этих сортов. У меня так хочется прыгать, потому что прям на вкусовые мои рецепторы, когда попадает вот пыль, вот эта меловая от песчанки, она прям скандирует, ну сожри меня, скушай просто. Побелочный, меловой вкус. Где-то пищевой бумаги, где-то картона, она от каждой поставки по вкусу разна. Тоже комфортно ее кусаем, даже в брекетах. На запах, знаете, что напоминает? Да, продолжай, Катя. Ты в своем репертуаре. Вот так не пахнет аптечным, да, чем-то. И при откусывании не пахнет аптечным. Но есть от нее запах, как будто мокрого асфальта. Много сока ей. Мама, мама.
когда вот такие побольше кусочки, мне напоминает песчанка моцареллу. Я ее тоже очень люблю. Вообще, я понимаю, что сочетание мела с молочкой, я уже говорила, стоящее. Последние крошечки. Ну вот и конец, как всегда. Муж пришел. Короче, такое ощущение, как будто не было никакой Ялты. Мы вернулись опять в те времена, когда я снимала на фоне этой стены. Меня постоянно кто-то прерывал. Ребят, пошла.